Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И в очередной раз у нас в гостях Юрий Якушев, заведующий стационарным отделением номер 1 Либерецкой областной больницы. Давненько у нас врачей не было, а это важно, потому что начинается весенний период. Некоторые, вдруг после зимней спячки начинают чувствовать, тело как бы просыпается вместе со временами года. Некоторые начинают готовиться к лету. Но это, скажем так, то, что происходит внезапно, или когда человек вдруг на каком-то этапе думает, что-то я давно с врачами не встречался. Но есть люди, которые занимаются так называемым плановым лечением. Вот скажите, пожалуйста, Юрий, насколько, как вообще работает сегодня механизм? Ну, как понимает обычный человек? Скорая помощь. Если у человека, не дай бог, что-то случилось внезапно, привозят скорую помощь, привозят, например, к вам, привозят же, да, кого-то, и сразу же, может быть, и на стол кладут, да, если нужно срочно делать. Да, все верно. Оформляют документы и так далее. И те, кто бывал в больнице, в приемном отделении, любой видит, да, иногда как скорая помощь друг за другом приводят разных людей. Опять же, тоже в зависимости от времени года, может быть, там есть какое-то усиление травматизма зимой. Но есть люди, которые приходят к врачу спокойно, что-то там заболело, им назначают, и потом выясняется, что плановое лечение у нас будет. Как это работает, схема? Тут мы же еще отталкиваемся от нашего замечательного полиса. Как вот работает все это? Добрый день, Николай. Добрый день, уважаемые телезрители. Спасибо, что пригласили в очередной раз. Да, все верно. Медицинская помощь делится на два так называемых рукава. Да, это экстренная, ургентная помощь, которая оказывается приблизительно так, как вы рассказали. Да, человеку стало внезапно плохо, то ли у него заболел живот, то ли у него прихватило сердце, помутнение сознания, вызывает скорую помощь. Скорую помощь приезжает фельдшер либо врач, оценивает ситуацию и везет пациента в больницу для госпитализации. Там дальше его осматривают и госпитализируют, да, в большинстве своем. Значит, если это хирургическая помощь, да, все верно, диагноз установлен, диагноз ясен на входе, что называется, после минимального количества обследований, анализа, УЗИ, рентген, КТ, и пациент в течение короткого промежутка времени, если для этого есть ситуация, он попадает на стол к хирургу. Это ургентная помощь. Вторая составляющая – это так называемая плановая помощь. Что называется планово? Да, человек самостоятельно, спокойно, так сказать, планируемо приходит на госпитализацию. С чего все начинается? Начинается, естественно, с какого-то недуга, который возник у человека. Ну, например, какое-то выпячивание в той или иной стороне живота, да, грыжа. Не было, никогда его не существовало. Он вдруг не знает, что это такое. Он не знает, что это такое, вдруг у него это что-то появилось. Местами тянет, болит, не остро. Значит, ну, человек, соответственно, сразу идет к кому? К нашему любимому специалисту, это терапевт. Терапевт оценивает ситуацию, видит, что это грыжевидное выпячивание, отправляет его к хирургу. И тут начинается, кстати, первый психологический момент, когда человек Ставят диагноз. Да, ему ставят диагноз, у вас есть патология, которая в данном случае, в вашем случае, лечится только хирургически. Соответственно, он направляет его к хирургу, хирург подтверждает этот диагноз как узкий специалист и выдает весь перечень обследование, которое пациент проходит на базе поликлиники. Вот тут еще один такой момент, ведь пациент, он же разный бывает. Кто-то скажет, что я не хочу, или я буду еще проверяться и так далее. Такой же вариант тоже не исключен. Конечно. Конечно, да? Такой вариант не исключен. Да, это как бы не обязательная такая функция, но тем не менее, если мы берем пациента, который заинтересован, доверяет, он получает на руки перечень документов. Он какой-то большой, да, этот перечень? Нет, он небольшой, он так называемый минимальный клинический объем исследований, который необходим для хирургического лечения. Все верно сказали. Часть пациентов может прийти к доктору, просто спросить, что это такое. Это вот такой-то диагноз. Это смертельно? Глобально сейчас это не смертельно. О, хорошо. Да, да, есть такой часть процент, что говорит, я да, в интернете почитал. Я хорошо, да, сейчас со мной делать ничего не надо. Я подожду, буду наблюдаться. К чему это может привести? Доктор рассказывает, к чему это может привести. Это в большинстве своем приводит к тем или иным осложнениям, отдаленным осложнениям. Потом. Не сейчас. И тогда кто-то уходит и говорит, ну хорошо. Значит, а вторая группа, которая говорит, да, у меня есть недуг, я должен его исправить. Что мне для этого нужно? Для этого, понятно, все наши пациенты, они прикреплены к той или иной поликлинике, имеют полис, имеют паспорт гражданина России, имеют СНИЛС, имеют амбулаторную карту. Дальше им выдается небольшой перечень, это клинические анализы,
И минимальная проверка состояния здоровья. ЭКГ и рентген. Да, но насколько я понимаю, если, ну, опять же, тут пациент делится на тот, кто спокойно, не торопясь это делает, и пациент, который хочет выздороветь завтра. То есть он начинает нервничать и начинает спрашивать, где я могу сдать. В некоторых поликлиниках, в данном случае я не имею вашу, но вообще на ЭКГ могут записать бог знает когда. Но мы помним, что это плановая история, то есть это не завтра и не послезавтра. Как быстро он может записаться на все эти процедуры, не потратив денег? Все это по полису ОМС, про деньги мы сейчас вообще не разговариваем. Да? И при возникновении вот этой ситуации у нас в Минздравом определены сроки. Ага, от момента сроки постановки диагноза мы должны данного пациента в течение 2 недель, выдав направление на анализы, записать его на ЭКГ. Например. Мало того, записать, получить результаты уже, результат этих анализов, да. Вот хорошо. И быть готовым к плановому, в данном случае, хирургическому лечению. Пациент приходит, мы видим, что все анализы удовлетворяют тем нормам, которые мы планово берем пациента. А нормы, это, я так понимаю, чтобы не было каких-то заболеваний? Это не было бы заболеваний тяжелых, хронических, в стадии обострения, это не было инфекционных каких-то заболеваний, которые бы могли усугубить да, ситуацию в хирургическом плане, потому что, еще раз подчеркиваю, это плановая ситуация. Вот человек с той же самой патологией, но немножко осложненной, да, допустим, ущемленная грыжа, мы на эти анализы, какие бы они ни были, безусловно, мы их берем. Безусловно, мы их оцениваем. Но какие бы они ни были, хорошие или плохие, мы в любом случае берем человека на операцию. В этом есть небольшое различие. Угу. Экстренная ситуация. Там то есть экстренно-плановая ситуация получается, да, такой, если можно так выразиться? Ну, бывает еще отсроченная ситуация, она немножко другая, да, она терпит время, но немного, скажем так, где нам нужно понаблюдать за человеком. Ну, то есть логика в том, что если анализы, я к чему иду, а как могут не взять операцию? Потому что какие-то анализы должны быть очень плохие? Не взять на операцию, ну, допустим, да, есть какая-то декомпенсация, сделали какие-то, допустим, рентгеновские снимки, ну, у человека какая-то вялотекущая пневмония, клинически никак не проявляющаяся. А, то есть подождать надо? Да, ее надо пролечить. Допустим, взяли анализ, ну, допустим, в анализе мочи есть какие-то изменения, характерные для вялотекущего хронического процесса там, в почках, мочеводящих путях. Да? Его тоже нужно пролечить, как мы медики называем, санировать очаг. Тогда мы берем на эту плановую ситуацию. То есть подготовить его к... Да, недолго. Минимально, но обоснованно, поскольку анализы у него, то есть допустим, отворот-поворот нет такого, нет. Да, что идите и не приходите к нам нет, больше. Нет, нет. И, соответственно, придя второй раз, первый раз он пришел сдать анализы, второй он получает их результаты и получает направление в стационар. К нам в стационар. А ему вот до того, как вот ему дают документы, ему какую-то дату примерно назначают, когда, ведь он может взять документы, например, ну, сегодня что там, вторник, я в понедельник схожу, уже как бы неделя прошла, он еще ничего не сделал. Как-то сроки ограничивают его в этом? Сроки ограничены, так скажем, искусственно сроком действия результатов анализов. А, вот. Поэтому мы говорим, вы сегодня сдали, вот сдали анализы, да, на определенную дату. Вот анализы будут действительны в течение 10 дней. А, вот. Ряд анализов. Хитрый, да? Такой. Ряд анализов. Это не столько хитрый ход в плане, как обязать человека прийти на лечение, в плане каком, что эти анализы, они могут измениться через 10 дней. А, да. Да. Допустим, для ЭКГ это результат месяц. Для анализов там, на гепатиты В, С, ВИЧ там, от 3 до 6 месяцев. Угу. Заключение терапевта для операции тоже месяц. Через месяц человеку может что-то случиться. Ну, это понятно, да, логично. Клинические анализы – это клиника крови, биохимия крови. Она действительно в течение 10 дней. А может, например, врач… Потому что они очень мобильные. Да, врач, который разговаривает с пациентом в тот момент, когда он дает документы на анализы, он говорит, что ну давайте посмотрим на календарь, вот если вы успеете, то мы можем вас там 25 числа. Да, принять. Есть кабинет так называемой плановой госпитализации, где принимают наши специалисты. В этот кабинет направляют с этими анализами, да, говорят, хирург смотрит, говорит, да, мы вас можем взять там завтра, грубо говоря. Вы готовы? Да, вы готовы. Если человек, да, говорит, готов, либо там, нет, я могу через 2 дня, например, в рамках действия этих анализов, составляется план госпитализации. А, то есть тут еще такой важный момент, если он пришел и анализы действуют у него еще 5 дней, то у врача, который работает на приеме, у него есть дельта по времени, дельта. Да. А если он придет и остается 2 дня, то это прям хоть сегодня ложись уже, да? И такое бывает. И к такое сожалению, бывает. Да, вот у части пациентов, и одни из них, про тех, которых вы сказали, которым все нужно сделать здесь и сейчас, да. И сегодня, да? Да. Которые говорят, у меня горят анализы, вот
он созрел сегодня, в 10-й день их действия. Ага, да-да-да. Ну, и такие бывают, и под таких приходится подстраиваться. Готовы хоть в коридоре. Да, ну, слава богу, с расположения пациентов все они лежат в палатах, достаточно комфортных, вот, поэтому здесь коридорные места пребывания, ну, хорошо, не рассматриваются. Вот, все, пришел, и дальше, собственно говоря, ему называют дату, когда он может прийти. На госпитализацию. Да, что он приносит с собой, какие-то вещи там тоже ему говорят обычные. Ну, обычно это просто... Гигиенический набор, да? Да, гигиенический набор, и переодеться, и какое-то там, ну, достаточно комфортное спортивное белье, либо это там халат, может быть, с тапками, ну, удобно. Ну, опять же, это зависит еще от состояния пациента, насколько он там может сам двигаться. Разные же, наверное, варианты есть. Поступление. Ну, в основном, если мы говорим про плановую ситуацию, это все пациенты, как мы называем, пришли своими ногами, ага, и должны после планового хирургического убежать лечения уйти своими ногами. Совершенно верно. Вот постулат этот работать должен всегда 100% случаев. Дальше вот он пришел, и в приемный покой, или куда он? Да, все верно. Там его встречают. В приемном отделении встречает его доктор приемного отделения, медсестра приемного отделения. Его также осматривают, еще раз просматривают анализы. И заводят историю болезни, госпитализируют, проводят сопровождение персонала в отделении. И кладут его, да, на койку. Да, на койку. Значит, к нему потом назначается заведующим отделением лечащий врач. Так. Он к нему приходит, с ним беседует, спрашивает о нем. Называется. И он будет на протяжении всего периода лечения. Всего периода лечения от момента его поступления и выписки, будет вручать ему выписку с проведенным лечением. Mm-hmm. Это будет его единственный и назначенный лечащий врач. Ну вот сейчас мы уже пойдем по этапу, так сказать, в хорошем смысле слова, самого лечения. А на какой срок кладут? 21 день, как раньше, или в зависимости? Нет, срок в 21 день, я сейчас даже не могу представить, ну, что, при такое, какой патологии может это быть. Сейчас средний койко-день пребывания в стационаре целевой — это 5,5 койко-дней по области. Ага, даже недели не получилось. Даже недели не получилось. Чтобы суббота, воскресенье уже был дома. А вот в пятницу соперирую, в понедельник домой. А. Бывает и такое. В четверг лег, в пятницу операция, в понедельник домой. Напомню, что у нас в гостях Юрий Якушев, заведующий стационарным отделением номер 1 городского округа Люберцы Люберецкой областной больницы. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и продолжим наше такое визуальное путешествие по схеме планового лечения через некоторое время. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Юрий Якушев, заведующий стационарным отделением номер 1 Люберецкой областной больницы, наш постоянный, как сейчас говорят, эксперт. И мы как-то очень часто с разными врачами, с разными вашими коллегами общаемся. И вот действительно мы всегда говорили обо всем, ну, кроме плановой такой традиционной помощи. Мы остановились на том, что пациент лег в койку. И дождался лечащего врача. Пришел врач. От этого тоже очень много зависит и так далее. Но, как правило, я так понимаю, сколько в палате человек, и врачи назначаются попалатно. Как правило. Как правило, как правило, да? То есть палатом. Вот. И тут ему быстренько расскажут, что у нас за врач, потом познакомятся, наверняка ему пропишут. Вот, кстати, тоже такой вариант. Таблеты, как это, лекарственное лечение, да, потом все эти ставят всякие капельницы. Как это все происходит? Потому что иногда смотришь, человек пришел, и на него как будто в хорошем смысле слова набросились все. То есть он с утра там уже все в капельницах, в лекарствах весь. Это какое-то обязательное условие? Или? Нет, это как раз-таки не обязательное условие. И это немножко такая какая-то киношная, да, ситуация, да, которую, ну, вы рассказали. Говорю, да. И вот это то, что вы назвали, это всегда происходит с экстренными пациентами. Ага. А план, он спокойно пришел, он спокойно разделся, переоделся, лег в койку, ну, или там сидит, ожидает пациента, читает книгу, или там врача читает книгу, знакомится с дом отдыха. Распорядком, да, понятно, он переживает, он нервничает, значит, доктор ему говорит, что ему предстоит, допустим, сегодня, какие процедуры, то есть это ли подготовка операционного поля, значит, какой прием пищи, когда у него последний, то есть там в 6 часов вечера, что ему можно есть, пить, какие знакомится лечащий врач, какие препараты он принимает, какие препараты ему нужно будет завтра с утра обязательно принять по состоянию своего здоровья, которое он принимает по жизни, допустим, там от давления, да, какие-то препараты, там запить небольшим глотком воды. Там накануне, то есть в этот же день, перед операцией вечером, приходит анестезиолог, если это операция под общим обезболиванием, знакомится также с историей болезни, осматривает пациента, дает там какие-то рекомендации тоже, как правило, они те же, что и давал хирург. Соответственно, пациент готовится к наркозу.
И на следующее утро, как правило, это полдевятого, девять, если это очередность, да, mm-hmm. пациент в первую очередь он попадает на операционный стол, то есть он его укладывают на каталку, он да. едет уже к себе да, на операцию. Да, сейчас если представляем это, ну, когда так спокойно разговор, то оно вроде как и не страшно, вот, но все равно вот, психологический момент мы должны все-таки обсудить. Понятно, что больница это ну, не совсем то место, где вокруг прям все должны тебя плясать, тем более плановое, но тем не менее психологический же аспект существует, он же тоже для лечения важен, чтобы человек все-таки... Один из самых важных. Да, чтобы он на столе не начал вдруг это там нервничать, я не знаю, там проявлять «не хочу», «не буду» и так далее. Опять же, есть люди, которые как бы понимают и так далее, но все-таки, особенно когда еще подписывают люди, что добровольное согласие, да, добровольное согласие на пятый, как будто бы подписывали. Информация о родственниках. Да-да-да. Вот. Как это вот решается? Это уже чисто на врачебном таком разговоре, в личной беседе? Безусловно. Один большой, на мой взгляд, достаточно важный аспект. В большинстве своем, как бы мы хотели, не хотели, то есть это реалии нашей жизни, как правило, пациент, если мы говорим о хирургии, он идет уже на доктора. То есть все равно он уже что-то про него знает. Он ему доверяет. Да, или с уровня поликлиники, или с уровня каких-то там дворовых разговоров, что кто-то вот у этого доктора лечился. Не сам, так родственники, да, приблизительно с той же самой патологией. Вот. И когда уже приходят, они уже о докторе знают. Да? Очень маленький процент, который, как говорится, там на бум попал, попал и попал, то есть никого не знает. Далее, попадая, как вы говорите, в палату, да, палату ведет этот врач. Там все пациенты на разных этапах выздоровления. Кто-то вот как сегодня, как он лег. Кто-то уже в этот же день покидает. Да, и также, счастливый. И также задаются вопросы, а сколько ты пролежал? Там 3-4-5 дней. Все у тебя отлично? Да, прекрасно. Другого там сегодня привезли с операции. Он видит, что достаточно гладкий, спокойно протекает послеоперационный период. Вот, да, визуально. Да. И он прекрасно понимает, что, в принципе, да, это все работает, это все нормально, это все адекватно. Безусловно, есть разная лоббильность у пациентов, эмоциональная лоббильность. То, что вы сказали, как мы называем, снять со стола, человек подсознательно может занервничать, подсознательно может подскочить давление там, до высоких цифр, которых на плановую, повторюсь, на плановую операцию мы не берем, да. Это, законы, постулаты. Мы откладываем, готовим еще, на следующий день, естественно. Откладываем, готовим, беседуем, на ночь даем успокоительные. И человек, еще раз переварив эту всю ситуацию, на следующий день уже, как правило, не мешает нам. Ну и тут, я так понимаю, опять же, тут и киношная история, да и в жизни так бывает, потому что если человек, уже другой типаж, когда он, делайте со мной что хотите, я хочу быть здоровым, да, он полностью доверяет. Тут разговор, опять же, кого-то привозят и наркоз такой, что человек иногда будет местный, или как не местный, там и частичный наркоз. Тут очень важно, мне кажется, еще тех людей, которые находятся вот в операционной. Потому что для человека все-таки это же с ним будет происходить. Для него это фактически такой между жизнью и смертью, как бы он там. А для них это профессиональное дело, поэтому поговорить, задать какой-то вопрос, внешний вид. Иногда это тоже, наверное, влияет на пациента. Конечно, спокойствие, уверенность врача, не самоуверенность, а именно спокойствие, юмор уверенность. Юмор какой-то такой мягкий. Да? Абсолютно точно. Юмор и... своими действиями никогда человеку, доктору задают какие-то вопросы, он говорит, я не знаю, ответ такой. Да, я не могу на этот ответить, мне надо там подумать, еще что-то. Конечно, это вызывает у пациента сомнения, хотя, допустим, он и пришел на этого доктора, про него там что-то как-то рассказывали в хороших тонах. Такой маленький стопорок начинается. Да, и начинает что-то как-то не то я ожидал услышать, не то. Безусловно, от типажа доктора многое очень зависит. Опять же, да, если я, тем более, не через час же человека на операцию по плановому везу, да, то есть он по общению, иногда, может быть, наоборот, нужно, чтобы доктор был такой немножечко, да, жесткий. Кто-то пожестче, да, наоборот, выбирает. И сразу как бы, да, так, слушаюсь, товарищ начальник. Вот, прошла операция, предположим, не хочется говорить о плохом результате, а поговорим о плановом, опять же. Операция прошла, дальше пациент отлеживается в этом... Ну, будем разбирать там какой-то более-менее там средний простой вариант. То есть тоже грыжа. После пробуждения он возвращается
палату. Да, за ним идет достаточно пристальное наблюдение постовой сестрой. То есть он немножко усиливается. Да, угу. Потому что человек все-таки после наркоза усиливается, угу. В этом отношении, значит. Также заходит лечащий врач. Неоднократно, да, в течение первых суток он передается дежурной смене, которого тоже более пристально наблюдает. Стараются не бросать. В течение суток, да, все верно. Рассказывают, опять же, там по ситуации, по питьевому режиму, по питанию. Где, да. Да, по приему препаратов своих и по физической активности. В ряде случаев, допустим, когда мы делаем какие-то лапароскопические операции, подъем обязателен с кровати в день операции сегодня вечером. То и вот здесь приходится уже, как вы говорите, приказать пациенту подняться, присесть, подвигаться в кровати не лежа, а именно в вертикальном, скажем так, положении, где-то как-то пройтись. Угу. Пациент, как правило, выписывается со швами. Угу. Сейчас никто не дожидается снятия швов в стационаре, в связи с этим и уменьшен средний койко-день. Ага. Со швами и с выпиской даются рекомендации пациенту, что вы... С моей выпиской, ну и, понятно, больничный лист, если это трудоспособный человек, а выдается открытый, вы идете в ту же самую поликлинику, которую... Вас сюда направили. Совершенно верно. Дальше, как правило, это седьмой день с момента операции, снимаются швы, там плюс-минус еще на какое-то время продляется больничный лист, человек признается трудоспособным, выписывается к труду. И вперед. Да, то есть, грубо говоря, две недели с момента его поступления в стационар и до выписки. Ну а что это не такая, да, серьезная операция, что кто-то. Не операция, вернее, манипуляция. Манипуляция, что вот, знаете, как, кто вам такие швы сделал там? Ну, да, можно бы такое услышать. Ну, услышать такое, наверное, можно, но такое сейчас не встретишь. Это все-таки, наверное, какое-то большее отношение к военно-полевой хирургии, когда не до красоты. Ну, это понятно. Да. Или, например, когда настроение плохое. Ну, сейчас даже более того, вся герниология, то есть наука о грыжах, да, вся герниопластика, это метод лечения грыж, вся она сводится к лапароскопической методике. Ну, да. Сейчас не встретишь каких-то огромных разрезов, но если это прям вот не совсем какая-то большая грыжа, а все стандартно, сейчас лапароскопически. Там еще один такой момент есть, мы его не пускать, чтобы не упустить. Это когда человек подписывает эти документы, и потом после операции еще же сдается гистология, так называемая, да? Или она везде сдается? Нет, в ряде операций, значит, гистология – это анализ ткани, который удален у человека. Так. Вот если у человека что-то удаляется, любое, что угодно, все это отправляется на гистологическое исследование. То есть эта ткань исследуется. На раковые, так сказать? Нет, не только на раковые, это не только на раковые, а в принципе на подтверждение, скажем так, в том числе понимать не то, чтобы... То ли отрезали? Да, но это подтверждение того, чтобы протокол операции совпадал с удаленной там частью органа. Допустим, если мы делали там аппендэктомию, то есть удалили аппендикс, мы направляем аппендикс. Да, нам приходит результат, аппендикс, и он такой-то, такой-то стадии воспаления. Там. Ну, то есть, как бы все совпало. Да, если это по поводу наших грыж, которых мы сегодня разбираем как плановую ситуацию, есть методика, когда есть такое понятие в грыжах, как грыжевой мешок, то есть, который вот выбухали. Вот если есть методика удаления этого грыжевого мешка, то, соответственно, когда мы отправляем гистологию, мы так и подписываем грыжевой мешок. Понятно. И нам и дают гистологи заключение, что это грыжевой мешок. Ну и если все-таки... Вся эта информация вносится. Да, понятно. Но если гистология приходит, то есть может прийти что-то связанное с какими-то нехорошими вещами? Ну, какие бывает. Ну, понятно, что, допустим, какое-то было образование мягких тканей. Допустим, там липома, да? Или же это какой-то там был невус пигментный, да? А ты идешь как на добро, понятно, с границами по онкологической настороженности. Ты это все далеко удаляешь, да, в пределах здоровых тканей. И, как неожиданность, конечно, может быть, и в том числе, и даже при аппендиците, да, бывает и рак аппендикса, выглядит там плюс-минус приблизительно одинаково, да, когда ты соперировал, гистолог нам дает карциноид, да, рак аппендикса. А при этом, в этом случае, операция, которая была выполнена, допустим, при аппендиксе, она будет не радикальной. Человеку предстоит вторая, более большая операция. Чтобы удалить часть кишечника, да. Ну, то есть гистология – это важный элемент абсолютно. Для… То абсолютно. Есть ее нельзя не делать вот… Нет. То есть такого нет, что нет. Не делаете. Нет, да? Нет. То есть посмотрел на глаз и говоришь, это все добро, можно не делать. Просто тут же еще такой момент некоторый, она же приходит позже, гистология, да? Гистология, как правило, вот, допустим, у нас в Люберцах она готовится, как правило, 4 рабочих дня.
4 рабочих. Да. Ну вот, завершая наш разговор, сегодня мы посвятили, вроде как все понятно, все ясно, и тут опять же зависит, если мы рассматриваем нормальное поликлиническое отделение, нормальное стационарное отделение, пациента, который заинтересован, мы, в принципе, можем за 5 дней фактически решить вот проблему, да, такую, которая в спокойном режиме, сдав, кстати, посмотрев, что там у тебя с кровью происходит заодно, да? Да. Что-то еще может быть обнаружен, да. Такой тоже вариант. И на сегодняшний день плановость, вот эта плановость плана, койко-место, все это просчитывается как-то? Безусловно. Тем более после наших всех вот этих всплесков. Все эти показатели, они не только просчитываются, они учитываются, они всегда из года в год имеют некую мобильность в плане уменьшения вот этого койко-дня, чтобы человек меньше лежал на койке. Чтобы больше было, вот, допустим, есть структура хирургического отделения, да, и у них есть структура заболеваемости. То, что они оперируют, и план на сегодняшний день, то есть план вот этих пациентов, план плановых пациентов, которые должны поступить, да. А на сегодняшний день в нормативе таких пациентов должно быть 40%. 40%? Да. Ну, в идеале, наверное, чтобы было 80%. Вот это идеал. Нет, идеал 40% для нас, да. По факту у нас сейчас порядка 33-34% вот по моему стационару, по первому стационару, по хирургическому отделению. Очень близко. Подтягиваемся. Очень близко, да. То есть это получается каждый третий у нас плановый пациент. Мы не зря сегодня говорили о плановой медицине, можно так сказать. Почему? Потому что это важный элемент. Нельзя запускать, нормальный любой человек должен понимать это, и ведь это и для семьи, ну, во-первых, для тебя, во-вторых, для твоей семьи, для твоих близких, чтобы не было потом чего-то критического, невосполнимого, скажем так. И, конечно же, это важно для работника медицины, когда все спокойно, не торопясь, в плановом порядке, без нервов, без вот этих вот киношных странных эмоциональностей. Юрий Якушев, наш постоянный эксперт, рассказал нам сегодня о том, как спокойно решить проблему, которая, к сожалению, у нас возникает. Заведующий стационарным отделением номер 1 Люберецкой областной больницы. Большое вам спасибо. Ждем 40%, да? Да. Чтобы достичь этого результата. Будем стремиться. Да. Спасибо вам. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания.